встраиваемый двухкамерный холодильник Lex Airby 240-21NF. Размеры холодильника 540 на 540 мм, при высоте в 1772 мм. Объем холодильной камеры составляет 183 литра. Объем морозильной камеры составляет 57 литров. Холодильная камера имеет три полки для хранения продуктов, одну полку для бутылок и один выдвижной ящик. На дверце холодильной камеры установлены три стеллажа. Верхний стеллаж имеет независимое пространство для хранения продуктов, закрывающейся крышкой. Морозильная камера имеет три выдвижных ящика. Тип разморозки морозильной камеры – No Frost. Тип разморозки холодильной камеры – Defrost. Электронный блок управления позволяет установить температуру холодильной камеры между 8 и 2 градусами по Цельсию нажатием на кнопку Temp. Кнопка Super Cool активирует функцию Super Охлаждения, которая автоматически отключается через 3 часа. Кнопка Alarm поможет остановить аварийную сигнализацию двери. Кнопка Power предназначена для отключения питания холодильника. Освещение холодильной камеры реализовано с помощью энергосберегающей LED-подсветки. Энергопотребление в год составляет 269 кВт, что позволяет экономить электроэнергию. Холодильник Lex Airby 240-21NF совмещает в себе большой полезный объем, функциональность, низкое энергопотребление, современную LED-подсветку и морозильную камеру с типом разморозки No Frost по очень привлекательной цене. Lex – ваша особая техника.